Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Стартовал форум, сегодня первый день, более 150 участников. Скажите, насколько важно это мероприятие для сельскохозяйственной жизни республики, нашего региона, да и страны в целом? Это очень важное мероприятие, очень важный форум. И здорово, что он проходит в нашей родной маленькой Осетии на базе Баварии Фатагро. Переоценить значимость сегодня вот этого форума очень сложно, потому что очень важное направление в семеноводство, селекция семеноводства картофеля. Сегодня Бавария активно идет в этом направлении. Я хочу сказать огромное спасибо от Министерства сельского хозяйства нашей республики, Российской Федерации, Фатагро и всем сотрудникам, которые работают. Вы понимаете, идет сейчас общение между учеными, производственниками, людьми, которые четко понимают, что нужно картофелю, температурный режим, почвы какие должны быть, кислотность почвы и так далее, и так далее. Минеральное питание картофеля – это очень важно. И сегодня представители разных служб собрались здесь, те, которые занимаются картофелем, имеется в виду. И сегодня идет активное общение. Для чего это нужно? Во-первых, идет обмен опытом, обмен знаниями. И люди лучше начинают понимать, что нужно делать сегодня с селекцией картофеля. И учитывая положение, которое сегодня политическое, экономическое в мире, в Российской Федерации, это в плане импортозамещения очень важное мероприятие. Потому что вот если мы полностью войдем в свои мощности, я имею в виду группу компании «Бавария», то около 20% всего семенного материала Российской Федерации будет производить «Бавария». И здесь нужна интеграция и кооперация с другими регионами Российской Федерации. То есть то, что мы здесь делаем уже на уровне региона, Фатагро, этого мало. Нужно пространство, территория. И сегодня Фатагро активно работает со всеми регионами Российской Федерации. Учитывая этот момент, хочется сказать, что наша сила в нашем единстве. То есть наша огромная, большая страна может развиваться только командно. То есть не может развиваться отдельно Бавария. И не могут развиваться другие регионы, я имею в виду пока картофелеводство, если мы не объединимся. А объединение необходимо. Для чего? Тот семенной материал, который получает Бавария, нужно где-то высадить. В центральных регионах Российской Федерации, где-то северные регионы нашей России. Для чего это надо? Нужна пространственная изоляция. То есть нужны территории и большие расстояния для того, чтобы этот семенной материал, который мы производим, был здоровый. Самое важное направление – это здоровый семенной материал, чтобы он не был заражен вирусами болезнетворными, микробами всякими, знаете, которые вызывают болезни и порчу картофеля. То есть это очень и очень важно. Недаром вот лаборатории, которые сейчас запустили, семеноводческий селекционный центр в Гизеле, Бавария, да, вот там, посмотрите, люди заходят в бахилах, халаты. Ну, один из крупнейших в нашем регионе, в Северокавказском, и в нашем Северокавказском и в Российской Федерации. В Европе тоже второй. Да. И, безусловно, мы и сегодня туда пойдем, покажем нашим гостям нашу лабораторию, посмотрим, в каких условиях работают наши ученые, вот, и посмотрим также производственную сферу. Очень важно посмотреть, как работает в теплицах. То есть после того, как идет черенкование, метод размножения вот этого картофеля, то есть в пробирках, мы знаем объемы около 5 миллионов микроклубней Бавария будет производить и производит, в принципе, сегодня уже. Вот. Потом они высаживаются в горшочки. Это все переносится в тепличный комплекс. И там идет своя технология выращивания, доращивания, скажем так, семенного материала. Очень интересная цепочка вообще, научно-техническая. Вот. И мне, как аграрнику, очень интересно. Мы и вчера, и сегодня, перед тем, как гости туда пойдут, смотрели, осматривали вот эти все процессы. Вы знаете, все делается на очень высоком техническом уровне и высоком научном. Да, очень жестко, очень высокие требования, но это необходимо. Для того, чтобы заниматься селекцией, нужен порядок и дисциплина. И спасибо хочу сказать руководству Бавария, всем сотрудникам за тот высокий уровень, который они показывают в работе. И результат. Безусловно. Я надеюсь, что все наши гости, которые сегодня приехали к нам в наш регион, останутся довольными, получат массу информации новой. И мы тоже получим массу от них информации, обменяемся опытом. И еще раз говорю, командная работа всей нашей страны, всех наших картофелеводов Российской Федерации и наши картофелеводы региональные, я думаю, будут активно знакомиться сегодня и активно вместе работать. Вот мы уже знаем, что... Например, даже из Сибири приехали вчера фермеры, которых заинтересовались нашей селекцией.
и уже есть договора, они хотят заниматься выращиванием семенного картофеля у себя в регионе. Сейчас работа идет на уровне ученых, наших, сибирских и производственников. Надеюсь на положительный результат. Спасибо большое. Хорошей, плодотворной вам работы сегодня. Всем нам. Да всем и нам. Завтра тоже. Александр, здравствуйте. Добрый 10-й день. Юбилейный форум. Я знаю, что вы не первый год принимаете участие. Ну, наш кооператив в данном мероприятии практически мы один только год пропустили. Мы принимали участие на первых, когда открывали зону, это свободно от карантинных объектов здесь в компании «Фотагро». Поэтому мы уже сегодня являемся не только гостями, но и партнерами компании «Фотагро». Мы закупаем семенной картофель класса мини-клубни, супер-супер-элита. Мы участвуем в программе партнерства по выращиванию семенного картофеля на северо-западе России для компании «Фотагро». Поэтому мы друзья, коллеги, партнеры, все в одном лице. Форум – уникальная площадка для обмена опытом. О чем вы сегодня будете рассказывать, каким опытом будете делиться? Первые вопросы, вот, что нас волновало и 10 лет тому назад, и сейчас, это качественный семенной картофель. И когда я говорю о партнерстве, на сегодняшний день компания «Фотагро» и фермерские хозяйства северо-запада России работают третий год уже в программе партнерства по выращиванию семенного картофеля класса «Элита». Поэтому я буду сегодня говорить о кооперации именно в этом направлении, как силы вот, разные фермерские хозяйства и вот, «Фотагро» работают совместно по наполнению рынка качественным семенным картофелем класса «Элита» и первая репродукция. Почему так важно проводить такие форумы? Давайте поговорим об этом. Ну, площадка чем она уникальна? Потому что здесь начало всего семеновоста. Сегодня это крупный селекционный центр Европы. Я более того могу сказать, это самый чистейший семенной картофель класса супер-супер-элиты, который производится в России, это производится здесь. Поэтому начало большинства вот семеноводства это делается непосредственно на этой площадке. Она уникально заключается и в том, что коллеги открыты во всех пониманиях этого слова, то есть они не скрывают информацию, они делятся этой информацией. Вот в рамках партнерства мы уже провели 2 обучающих семинара для партнеров, которые выращивают семенной картофель для компании «Фотагро». Это очень значимо. Потом здесь находится банк здоровых семян. То есть все начало это исходит из Северной Осетии. И потом не случайно здесь же сегодня присутствуют коллеги и европейских компаний, селекционных компаний. Они каждый год сюда приезжают. А едут они не ради какого-то любопытства, а потому что уже часть семенного картофеля и банка здоровых семян импортных иностранных компаний уже здесь находится. Поэтому это центр всего притяжения картофелеводства. Не могу не спросить о партнерстве. Я знаю, что вы развиваетесь, увеличиваются объемы и очень большой спрос на семенной картофель «Фотагро». Ну, если я не ошибаюсь, на вашем канале мы с Зарубеком Асланбековичем как раз говорили о старте этой программы. Вот первый год, ну, мы уже реализовывали это в 2022 году, семенной картофель уже произведен в рамках этой программы. Я сегодня смело могу доложить, что туда, куда направили семенной картофель, сорта Садон, этот Ривьера, это Тарову, они на всех площадках, что в Ставропольском крае, что в Московской области, что в Псковской области, что в Тульской области, они сработали на пятерку. То есть хорошо показали. Да, мы посетили все эти площадки, где этот семенной картофель работает. Более того, оценкой это качество материала и это поступление заказов с этих же компаний уже на новые партии семенного картофеля. Поэтому это вопрос очень важный. В рамках партнерства в этом году компания «Фотагро» в разных точках России проводила тестовые испытания сортов картофеля, которые мы сегодня можем доложить, что в рамках этой программы на территории Вологодской области создано тестовое поле, где все партии произведенных семенного картофеля компании «Фотагро», что отправлено партнерам на размножение и что уже конечному потребителю, они высажены все в одном месте. То есть мы наблюдаем, как у партнеров этот семена ведут, так же, как на этом тестовом испытании. То есть жесткий контроль, даже можно сказать, жестокий контроль качества, но это дает надежду, что мы будем завоевывать рынок
потому что на рынок не свободный, нам придется маленько локтями поработать для того, чтобы завоевать свою нишу, своих партнеров, и именно уже на конечную продукцию. Спасибо вам большое, плодотворной вам работы. Ольга, вы представляете ведущую голландскую семеноводческую компанию по выращиванию семенного картофеля. Знаю, не первый год принимаете участие в форуме. И что вас связывает с Фатагро? Ну, с Фатагро нас связывает многолетняя дружба. Это компания, которая динамично развивается последние несколько лет. Они являются для нас одним из поставщиков, важных поставщиков мини-клубней мы заказываем, которые в дальнейшем размножаются в других хозяйствах, которые мы контрактуем. На этом форуме мы обсуждаем вопросы, которые актуальны и волнуют, ну, практически всех, без исключения специалистов, работающих в сфере семеноводства, и специалистов, работающих в картофелеводстве. Какие у вас взаимоотношения и почему именно Фатагро? Мы действительно в этом году разместили в компании Фатагро банк, коллекцию своих сортов. Почему здесь? Ну, потому что именно в горах Кавказа уникальные условия созданы для безвирусного семеноводства, и, соответственно, здесь есть возможность хранить коллекцию сортов именно в первозданном виде. Спасибо большое. Плодотворные вам работы. Спасибо. Ирина, здравствуйте. Я рада приветствовать вас сегодня на форуме. Скажите, вы в первый раз принимаете участие? Здравствуйте, Людмила. Да, я первый раз на данном форуме. Ирина, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете потенциал отечественной селекции? Мы высоко оцениваем потенциал отечественной селекции, особенно в области картофелеводства. Как вы сегодня видите, представлено достаточно много хороших сортов отечественной селекции. Это и Садон, и Спринтер, и Алания. И мы считаем, что у этих и у многих других отечественных наших сортов очень большое будущее. Они не только займут достойную позицию в рейтинге сортов картофеля, но и будут действительно достойными конкурентами тех иностранных аналогов, которые сейчас используют сельхозтовары. В своем выступлении вы говорили о том, что программа стартовала с 6%. Каких результатов планируете достичь к 2030 году? Сейчас у нас доля отечественной селекции на рынке картофеля – это 6,7%, действительно. Но мы сейчас уже видим, что те действия, которые предпринимают и селекционеры, и особенно семеноводческие компании, их действия нацелены на то, чтобы достаточно быстро, в ближайшем будущем, эта доля увеличивалась достаточно высокими темпами. Надо сказать, что действительно цикл семеноводства картофеля большой, это 6 лет, и если сейчас все поверят в отечественный картофель, я думаю, что как раз за этот 6-летний цикл, за эти 6 лет, мы достигнем тех самых 50% рынка, которые ставят перед нами правительство и руководство страны. Ирина, не могу не спросить, сегодня мы находимся на площадке Фатагро. Как вы оцениваете деятельность Фатагро в рамках программы развития селекции семеноводства картофеля? Я думаю, что сегодня все те участники форума, которые здесь присутствуют, увидев селекционно-семеноводческий центр, увидев поля, на которых первые полевое поколение производится, увидев все те достижения, то внимание, которое уделяется контролю качества, я думаю, что ни у кого не остается сомнений в том, что это одна из ведущих наших семеноводческих компаний, которая будет локомотивом как раз с точки зрения продвижения отечественных сортов. Уже сейчас компания занимает достойное место на рынке семеноводческом картофеля, и мы надеемся, что силами Фатагро мы все поверим в отечественные сорта, и что тот материал семенной, который будет предоставлен, в том числе с помощью этой компании, даст нам возможность как раз достичь наших показателей. Еще раз повторюсь, в нашем понимании Фатагро – это один из локомотивов. Очень достойная компания, и с ее помощью мы считаем, что, еще раз повторюсь, достигнем тех целевых показателей, которые перед собой ставим. Ирина, не могу не спросить, вы сказали, что вы в первый раз в Северной Осетии, что уже успели посмотреть вот об этом
Какое впечатление Северная Осетия оказала на вас? Ну, я не первый раз в Северной Осетии, я первый раз на форуме, и несколько месяцев назад я уже приезжала в данную компанию «Фотагро». Мы как раз тоже смотрели селекционно-семеноводческий центр, мы смотрели те поля, на которых выращивается первое полевое поколение. Уже тогда это произвело на меня впечатление положительное. И сейчас, работая на этом форуме, мы сегодня-завтра как раз посмотрим те результаты, предварительные результаты, которые смогли достичь. И, что самое главное, оценим вкусовые качества картофеля, который выращивается здесь. И этот картофель как раз отечественной селекции. Я думаю, мы с вами как раз примем решение, нравится нам этот картофель и какой больше всего нравится. Но на форуме я первый раз, и как раз вот завтра мы едем смотреть демонстрационные поля. Ирина, спасибо за то, что согласились. Вам плодотворной работы. Спасибо, Людмила. Здравствуйте, доктор Ху. Я знаю, что вы в Северной Осетии впервые, что уже успели увидеть, где побывали. Thank you very much. This is really my first time to this nice place. Really impressive. Спасибо большое. Это правда первый раз. Я правда первый раз тут. Я очень-очень впечатлен. Очень бы хотелось узнать, какую организацию вы представляете, и чуть-чуть рассказать о том, какие планы на будущее, о партнерстве. Планируете ли что-нибудь? С какой целью приехали сегодня? Because also we know Russia is the top five of potato intensive countries in the world. And you have very good varieties. We know that, and especially for flesh use and for processing. And China, you know, also the number one potato production country in the world. So we would like to look for some future cooperation with you, with not only for the potato varieties, but also for the potato industrial development. Мы приехали сюда, зная, что Россия является одним из самых главных игроков на рынке картофеля в мире, и не только по производству мини-клубней и так далее. Также и Китай является одним из важнейших игроков этого рынка. Поэтому мы приехали сюда для того, чтобы наладить партнерские отношения, и мы очень надеемся на то, что в будущем мы будем партнерами во многих сферах, касающихся картофелеводства. Доктор Ху, очень огромное количество участников, с кем уже успели пообщаться и с кем поговорили. As I said, the potato industry in China is very important, but we are not so well, let's say, developed. Mm-hmm. So also we are looking for some partners, like abroad, like also like from Russia. Mm-hmm. 2 months ago, we have a Russian partner visited us, and I get to know the activities. Mm-hmm. Helps me to come here to know more about Russian potato and the potato industries. Так как Россия является, как мы уже сказали, одним из ведущих хозяйств по картофелеводству, то доктор Ху, приехав сюда, познакомился с очень многими партнерами, он очень заинтересован, и сказал, он говорит, что в Китае у них очень большие хозяйства, но им немножко не хватает развития в определенных сферах картофелеводства. И поэтому сюда он приехал именно за этим и познакомился со многими людьми, которые в будущем, он надеется, станут партнерами и будут помогать ему развивать это. Ну и последний вопрос. Это крупный форум, очень крупное событие в сельскохозяйственной жизни республики, региона. Насколько это важно, на его взгляд, проводить такие мероприятия? И чуть-чуть, наверное, о Фотагро. Почему? Потому что это крупнейшее предприятие в Северной Осетии. И не побоюсь, что в Северокавказском федеральном округе, могу сказать. Уникальность этого предприятия, наверное, он увидит в течение этих 2 дней, когда будет посещать разные локации. I believe this is very important activities for potato researchers and potato workers, you know, because when you get together, then you know how the approachment, new approachment and the new technologies and even more new varieties, very nice varieties for farmers to use. And to increase the quantity of the yield, that is helps our by this chance people to get to know each other, mm-hmm. and to know what they are doing, mm-hmm. and like not only national work but also international the researchers. Like I'm here, former before I know that you have very good varieties, mm-hmm. but only. Before, like the older one. Now maybe I'm coming here, they get to know you have a new one.
new varieties, new technologies, mm-hmm. and not only for flash use but also for PlayStation. As I mentioned, the soil tolerance. Mm-hmm. Maybe you are also interested in this mm-hmm. matter. Mm-hmm. Доктор Ху считает, что это исключительно важное мероприятие, так как здесь он имеет возможность вживую ознакомиться с сортами, с технологиями, познакомиться с лабораторной диагностикой и так далее. Всего, что касается картофелеводства в целом. Для Фотагро это мероприятие тоже очень важное, оно ежегодное, мы очень к нему готовимся. Вот, мы встречаем гостей со всего мира, не только со всей России. И, естественно, обмен опытом, ценным опытом очень важен. И это понимают все. Доктор Ху это еще раз подчеркнул, что очень важно, что у него есть возможность, приехав сюда, обменяться полным опытом по картофелеводству и увести с собой что-то полезное. Я благодарю вас, доктор Ху, за то, что нашли время и встретились в нашей передвижной мобильной студии. Thank you for your interview. Thank you.